Добрый час, мои дорогие, и сегодня опять у нас понедельник, а это значит, что мы идем на винтажные поиски, и сегодня у меня есть помощница. Моя дочка Алексия, возможно, она тоже будет со своим телефончиком снимать, и ближе к вечеру у нас будет новое видео о том, что мы нашли. Итак, наша первая остановка, мы садимся в машину и едем. Мы в машине и отправляемся на нашу первую точку. Удачи! Пожелайте нам удачи и отличных поисков. Вам пока. Секрет, это самое главное место, где мы находим наши винтажные украшения. Да, это называется Goodwill. Это называется Goodwill. Люди отдают все ненужное сюда, а мы находим все то, что нам нужно. Итак, пожелайте нам удачи, мы пошли. Вот через это мне сегодня нужно будет пробежаться быстренько и посмотреть. Может быть, что-то найду для вас. О, я уже вижу, что я возьму. This one. Remember? This one we already sold once. Yeah. Ooh, look at that. I also like this. We should definitely get this tray first. Okay. Because there's a bunch of things in there. I see something that's still. Первый поход совершен. Опять купили немного, всего три украшения. Сейчас быстренько покажем. Первый это у нас была вот такая вот брошечка. Конечно, она, видите, уже вся. Золотое напыление уже ушло у нее. Но вот такой вот бантик с зеленым камушком цвета эмералда. И подписан на обратной стороне Sterling. Я знаю, что это Sterling is here. Серебро. Вот такая вот брошечка. Следующее украшение. Просто украшение от Трифари. Очень простенькое, но вот такие вот. Что самое интересное, я думаю, что они нанизаны на... Спасибо, Алексюша. I'm recording, can you taking me a noise? Я думала, что они нанизаны на леску, а оказывается, там, посмотрите, там цепочка. Цепочка. И сверху вот такие вот бусинки. Такое вот нежненькое, аккуратненькое украшение от Рифари. Думаю, что это, наверное, год 50-е, 60-е, возможно. В таком стиле, потому что подпись стоит. Вот здесь вот. И на видите уже обрезанная. Так, и последнее, самое интересное украшение. И последнее, самое интересное. Смотрите. Вот такая вот прелесть. Никакой маркировки нету. Но сам по себе дизайн, смотрите, на обратной стороне. Так что вот это нужно будет сделать идентификацию. Прям как раз для моего сегодняшнего наряда. Вот такая вот красота. Итак, первая остановка у нас сделана. Мы отправляемся на вторую остановку. Ребенок у меня конфетки ест. Пока и буквально до следующей нашей. Мой ребенок хулиганок. Вот такие вот мы, девчонки. Остановка номер два. Пожелайте нам удачи, и мы пошли на дело. Да, и запись из машинки опять немного нашли. Два украшения. Но первое это будет вот такое вот колечко, маркировочка Avon. Сейчас покажу, почему я решила его взять. Такие колечки у меня быстренько расходятся. Смотрите. Сейчас. Опа. То есть это колечко, и вы сюда можете вставить фотографию. Размер по-американски, наверное, 5-6 будет. Шестерочка. Вот такое вот колечко. Шестерочка. Сейчас 6-7 даже. Да, даже на семерочку можно одеть. Вот такое вот колечко. Сейчас я его уберу. Будет очень сложно снимать. Нет, нормально сниму.
сигналят, наверное, хотя, чтобы мы отъехали. Вот такое вот, смотрите, колечко. Очень хорошенькое, чистенькое. Так, это одно колечко. И второе, просто крупная цепочка. Сейчас мода на крупные цепи. Это у нас Anna Klein. Anna Klein, да. Смотрите, просто такая крупная цепочка. Крупная-крупная цепочка. Даже через голову можно надеть для тех, у кого проблемы с замочками. Вот, давайте сейчас я так и покажу. Вот такая вот крупная цепочечка. Итак, это очередное украшение, которое мы нашли сегодня, да? Посмотрим, может быть, у нас получится до третьего магазина. Но третий магазин уже будет ближе к вечеру. Так что два магазина. В одном магазине три и во втором два. Вот пять украшений должны отфотографировать и выставить на сайте. Итак, очередной раз благодарю, что сегодня были с нами. И до новых встреч. Скажи пока. 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 Пока.